Вторые сутки ведется поисково-спасательная операция в горах Дагестана. Накануне пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс Шаури-Махачкала, упал в 40-метровую пропасть, на дне которой находится горная река. На одном из участков трассы водителю пришлось остановиться, чтобы очистить дорогу от завала из камней. Ему вызвались помочь двое пассажиров. Именно в этот момент произошел еще один камнепад, в результате которого микроавтобус и рухнул в ущелье. Всего, по предварительной информации, 16 человек находилось, в том числе и дети, в транспортном средстве. До сих пор, как я уже сказал, проходят поисковые мероприятия. Транспортные средства и остальных пассажиров унесло горной рекой. После дождей очень бурный поток. Сейчас поиски на горной местности ограничены. Несколько дней в этом районе продолжались проливные дожди. И подключить водолазов, по словам спасателей, пока не представляется возможным. Скорость течения реки более 5-6 метров в секунду, поэтому водолазные работы запрещены. Можем в данной ситуации только проводить визуальный поиск. Напомню, всего в аварии пострадали 16 человек. В больнице доставлены шестеро, в том числе и трое детей. Сейчас их жизням уже ничего не угрожает. Сегодня в Дагестане объявлен траур по жертвам этого ДТП.